Итак, всем привет! С вами канал Хуторянин выходного дня. Сегодня мы убираем красоту. Все, что нас радовало, наши глаза. Сегодня... Бывшая красота. Бывшая, да. Сегодня пойдет все на компостную кучу. Вот уже процесс пошел. Цветы туда, землю туда, землю в теплицу. Это все на компост. Поехали. Пока эти были ветра, машина вся пыльная-пыльная, стоит среди поля на траве. Кто-то еще пытается жить возле теплой стенки. Ну, это, может быть, оставим. Это одна из тех, которая была обрезана в июле. Вот она действительно что-то обновилась. Давай мне, Фукси. Тяжело. Я чувствую. Да. Привет, черника. Вот и помощники подтягиваются. Это тоже, да. Это долго сопротивлялась морозом, но вот не знаю, или засохла. Сейчас я ее полила, может быть, отойдет. А вот розовенькая еще жива. Фукси все замерзли. А лобелия возле самого дома еще вот такая красавица. Такая красивая еще. Вижу, помощь приближается к нам. Да. Вот. Бог помощника нам шлет. Прислал. Эти я сама, эти бегонии надо луковицы выбирать, те выбрасывать. Фуксиям делаем вот такие стрижки. Сейчас пока постоят в теплице, потом пойдут на зимовку в подвал. Приятного аппетита, господа. Давай, господа. Под чаем. С чаем не щекается. Не щекается? Да. А что? Плохая примета. Да. Как у русских людей. Пустую бутылку нельзя на стол ставить. Так. Чаем не чокаться. Плохая примета. Да. Вкусный пирог. Обыкновенный. Съедобный. Обыкновенный. Жена, да, делала. Укусный. А то чревато, да? В следующий раз не предложат. Гортензия готовится опять к поездке на городские квартиры. Так я не нашла места и времени пересадить их. Придется опять транспортировать их в город. Что, черничка, заводим МТЗ, поехали. Да. Юный водитель.
Черника, у тебя права есть? А я? Ты не... Скрипит. Скрипит? Да. Курей ищет. Недавно был переполох. Вот он до сих пор у курей. Метров от нас 10 собирали, убирали. И вдруг закричали: кури, коршун. Первый раз за сезон. Пытался атаковать курицу. Мы тут все были рядом, конечно. Он ушел ни с чем, но тем не менее. Какая наглость. Дерзость. Рядом, рядом. А вот. Ты помнишь тот год? В прошлом или позапрошлом? Позапрошлом. А не в это ли же самое время? Нет, не в это было время. Это было лето. Когда мы искали. Было лето тогда. И вот две курицы забились сюда, вот в куст хризантемы. Лейла нашла одну из них. Молодец, молодец. Молодец. А так бы мы и не заметили. Ну, да. Я как-то не считаю их каждый вечер теперь. Молодец. Так бы они остались здесь на ночь. Да. Ну, небольшой был коршун. Ну, такой коричневый. Да, среднего размера, скажем так. На этом день заканчивается. Пора ехать в город. Всем пока, до новых встреч. С вами был канал Хуторянин выходного дня. До новых встреч.